правозащитницу оставили в покое и с резиновой квартирой. Правозащитницу оставили в покое и с резиновой квартирой. Закрыто уголовное дело, прописавшее себя сотни мигрантов Татьяны Котляр. 2. Коммерсант от 26 апреля 2019 года, 17.39. Правозащитница из Обнинска Татьяна Котляр, прописавшая в своей квартире сотни мигрантов, освобождена от уголовной ответственности. Суд закрыл дело о резиновом жилье. Третье в отношении госпожи Котляр, на основании поправок к статьям УК РФ о фиктивной регистрации. Правозащитница недовольна результатом, так как суд не учел ее позицию о необходимости помощи мигрантам. В Совете при Президенте РФ по правам человека, СПЧ, приветствуют решение суда и отмечают, что государство никак не решает проблему с регистрацией иностранцев в России. В пятницу Обнинский мировой суд Калужской области закрыл уголовное дело в отношении председателя местного отделения правозащитного движения за права человека Татьяны Котляр. 68-летняя правозащитница обвинялась в фиктивной регистрации иностранных граждан, в основном жителей Украины, беженцев из Донбасса, а также россиян, СТ-322.2 и 322.3 УК РФ. Свое решение суд мотивировал примечаниями к статье АМУП, в которых сказано, что лицо, совершившее преступление, освобождается от уголовной ответственности, если оно способствовало раскрытию этого преступления и если в его действиях не содержится иного состава преступления. Зампред СПЧ Евгений Бобров сообщил твердый знак, что совет приветствует решение суда о закрытии уголовного дела. Никакой общественной опасности в действиях Котляр нет. Она помогала участникам программы переселения соотечественников, а им государство должно предоставлять все условия для беспрепятственной легализации. Наоборот, таким людям надо ставить памятник. Он пояснил, что в конце 2013 года чиновники ввели ответственность за создание так называемых резиновых квартир, тогда в УК РФ появились две новые статьи, 322.2 и 322.3 но при этом не была обеспечена всеобщность и доступность регистрации, в том числе для россиян. Хотя у нас целая категория граждан не удовлетворяет требованиям, необходимым для их регистрации, по иностранцам такая же ситуация, сообщил господин Бобров. Он пояснил, что многочисленные предложения СПЧ упростить регистрацию мигрантам и бездомным россиянам не находят понимания УГУ по вопросам миграции МВД РФ. Как прошли судебные прения по делу правозащитницы? Речь идет об уже третьем уголовном деле о фиктивной регистрации в отношении госпожи Котляр. Она оказывает помощь, в том числе и юридическую, переселенцам и трудовым мигрантам. Многие иностранцы приехали в Россию по программе переселения соотечественников. Некоторые просят убежище чтобы освоиться в России, например подать заявление на временное убежище или отдать ребенка в детский сад или школу, им необходима регистрация. С такими же проблемами порой сталкиваются граждане России, снимающие жилье. Поэтому госпожа Котляр прописывала их у себя в квартире бесплатно. Такую помощь от нее получили больше тысячи человек. Первое уголовное дело в отношении правозащитницы было заведено в 2014 году за фиктивную регистрацию 12 человек. Ее оштрафовали на 150 тысяч рублей, но амнистировали в зале суда в связи с 70-летием Победы. Второй раз ее обвинили в сентябре 2017 года за регистрацию 176 человек. Суд также ее оштрафовал на 150 тысяч рублей, но освободил от наказания из-за истечения срока давности преступления. Третий раз госпоже Котляр предъявили обвинение 26 февраля 2019 года за регистрацию 295 человек. Гособвинение ходатайствовало о штрафе в 150 тысячах рублей. На суде прокурор зачитывал фамилии тех, кого областная миграционная служба лишила временной регистрации в квартире правозащитницы. Выходило, что мигрантов из квартиры госпожи Котляр выписывают раз в полгода, после чего она снова регистрирует их у себя. Выступавшие на процессе свидетели, те, кого правозащитница прописывала у себя, благодарили ее за помощь. Татьяна Котляр признает факт эффективной регистрации, но не считает это преступлением. В последнем слове на суде правозащитница обозначила проблему: мигранты не могут получить временную регистрацию. В то время как государство требует от них ее иметь при подаче документов на временное убежище. После получения российского паспорта от мигрантов также требуют в течение недели зарегистрироваться. В противном случае их ждет штраф. Не я обещала гражданам Украины убежище в России и получение гражданства РФ в упрощенном порядке, а президент РФ обещал это публично, подчеркнула Татьяна Котляр. Решением госпожа Котляр недовольна так как суд не признал крайнюю необходимость ее действий. Согласно статье 39 УК РФ, если нарушение закона было вызвано необходимостью устранения опасности жизни человека, это не является преступлением. Как, например, говорит она, в случае с угоном машины для транспортировки раненого в больницу. Предыдущее решение суда она также критиковала. Такое прекращение, не по реабилитирующим основаниям, означает признание вины, которую я не признаю. Это вопрос принципа, заявила твердый знак госпожа Котляр. Как жителям ДНР и ЛНР решили облегчить получение украинских паспортов. Впрочем, адвокат обвиняемый Еларион Васильев приветствует решение суда. Мы во втором уголовном деле просили его прекращения по примечаниям к статьям УК. Тогда в качестве сотрудничества со следствием суд принял переписку с органами власти по поводу фиктивной регистрации, в которых она указывала фамилии тех, кого у себя зарегистрировала. И тогда 9 эпизодов по 9 фамилиям в письмах были прекращены по примечаниям. Сейчас прокуратура, видимо, была готова к тому, что мы будем предоставлять подобные документы и объединила все случаи регистрации в один эпизод. Видимо поэтому суд применил примечание, пояснил твердый знак господин Васильев. Он отметил, что если бы госпожу Котляр признали виновной, то следующим шагом было бы обращение в Конституционный суд с жалобой на чрезмерную криминализацию статей 322.2 и 322.3 УК РФ. Отметим что в декабре 2015 года проект Татьяны Котляр «Правовая помощь беженцам с Украиной в Калужскую область» выиграл президентский грант. Годом позже, в декабре 2016 года, Татьяна Котляр стала лауреатом премии ⁇ Гражданская инициатива ⁇ которую учредил Комитет гражданских инициатив экс-министра финансов Алексея Кудрина. Она получила награду за правовую помощь беженцам с Украины. Анастасия Куилова.